Международный туристский форум в Сочи сегодня называют главной деловой площадкой по внутреннему и въездному туризму в России. Его участники – курорты, отели, туроператоры, органы власти и другие представители туристического бизнеса, желающие представить свой продукт самой широкой аудитории, как российской, так и зарубежной. Последние несколько лет внутренний туризм в нашей стране очень активно растет. Сочи является курортом международного уровня. На этой замечательной авторитетной площадке будут обсуждаться вопросы развития туризма в нашей стране. Внутренний и въездной туризм в России сегодня – это колоссальный перспективный рынок, отметил на открытии форума губернатор края Вениамин Кондратьев. И только от общих усилий органов власти, туроператоров, компаний санаторно-курортного комплекса зависит, сколько людей предпочтут для отдыха курорты Краснодарского края. Принципиально, что такая площадка в Сочи есть для того, чтобы и туроператоры, и представители власти могли обсудить те проблемы, которые нам позволят не только сохранить количество отдыхающих, которое достаточно высокое и по итогам прошлого года, и по итогам этого года, но, конечно, еще и приумножить. На нашем форуме представлены все наши туристические объекты. И где еще, как не на таком форуме, можно предложить туристический продукт, и где его можно приобрести? Форум стал не только профессиональной площадкой, но и очередным крупным мероприятием для Сочи. Сегодня событийный туризм – один из эффективных способов привлечения на курорт туристов. И одно из таких событий, получивших постоянную прописку в Сочи, это ледовое шоу Ильи Авербуха. Глава Сочи Анатолий Пахомов знаменитому фигуристу вручил знак признания и почет сочинцев за вклад в развитие событийного туризма. Наш ледовый спектакль, который идет на протяжении всего летнего периода, привел за это время, за 4 года, более миллиона человек в ледовый дворец «Айсберг». Это тоже большая часть туризма, поскольку люди, когда выбирают, куда им поехать, они, конечно, в приоритете, естественно, море. Дальше уже идет инфраструктура, и дальше уже идет, а куда мы там сможем сходить. Еще раз подчеркну, Сочи стал для меня по-настоящему моей второй родиной. После открытия форума губернатор Кубани, глава Ростуризма и мэр Сочи осмотрели стенды выставки. Здесь свои возможности представили отели и гостиницы, санатории и здравницы Сочи, предприятия общепита, сферы развлечений. Также среди экспонентов города и станицы Краснодарского края и других регионов страны, развивающих свой курортный потенциал. Это Адыгея, Кабардино-Балкария, Ставрополье, Вологодская, Кировская область, Ханты-Мансийск и другие. Цель – заключить прямые договоры на сезон 2018 и на более долгосрочную перспективу. Ну а о проблемах отрасли говорили в рамках деловой программы форума. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.